хороший экземпляр. Да, ну, давай, держи, держи. Вау, вау. Начались волны. Всем привет! Очередная рыбалка Чарльстон, Саус Карлайна. Начиная в 8 часов вечера. Закатик там сейчас покажу. Выезжаем на рыбалку, на строя. Я и еще два человека. Томми американец, Роман. Сейчас покажу. И мы собираемся, ждем американца Томми и выезжаем. Вот. Роман тут готовится. Трасса. Выезд у нас будет пораньше, не как в прошлый раз 12. Но все равно поздновато. Хотелось бы, хочется все-таки выйти хотя бы часиков в 3, в 4 вечера, чтобы закат встречать уже далеко в океане, ловить в этот момент рыбу. You catch any fish? No, nothing? Nothing, no fish? No, no. Okay. Yeah, yeah. You can say, no, for any for Slavic people. Slavic people? I mean, what should I say? I mean Russian, Ukrainian, Russian, Ukrainian, Belarus, huh? What should I say there? I don't know. I don't know. Just fish. What do you want? What do you want to say? Catch more fish. Thanks so much. Thank you. Лодку отслеповали, все, сейчас кто-то приезжает, кто-то уезжает, мы тоже приехали, сейчас поедем на рыбалочку. У нас тут два видеооператора будет на борту. Ребята, Томми наконец-то приехал, вон он идет, мы уже его удочки занесли. Пивас его обязательно, кстати, без пиваса он вообще не ходит. Так, сюда. Так, еще какой-то чемодан он тащит. Ну, это, как будто вещей берет рыбацких. Не то, что ни подушку, ни спального мешка ничего не берет. Он только это, по рыбацкой теме. How you doing, Tommy? I made it. You ready to go? Yeah, finally. I'm ready to go, you know that. Finally, you got here. В общем, мы 15 миль от берега, глубина 10 метров всего лишь.
Плыли где-то час, плюс-минус. Поймал с очком краба, одну рыбу на удочку. Только что мы здесь сейчас пытаемся что-то поймать, как наживку. И одну рыбу, такую как змею. Короче, вот эту большую я поймал на удочку только что. Она пойдет на наживку. Краб тоже пойдет на наживку, на него тоже что-то клюнет. И вот эту вот рыбу-змею, как не знаю, как называется. Сейчас спросим Томми. Тоже попробуем что-то потом на нее половить. Томми, how old that fish? Like a snake? Bluefish? Like snake? I mean like a... Needlefish. Нига? Needle. Needlefish. Needle, как игла рыба. Окей. Игла рыба. I number one bigger. Короче, мы тут сосредоточились на наживку. Сейчас думал, я тут подплыл. И сквид подплыл. Как он по-русски? Кальмар, да. Пытаемся поймать. И сейчас Томми дал сетку вот новую. Кстати, купил. Та была беспонтовая. Сейчас Томми закинет. И краба вот тут всякого прилетело, тут все, что хочешь сейчас. Вау, that's nice. Yeah, better? Much better, right? Okay. Another one I sold for $30. Nothing? No? О, сиди, сквид. Они на свет, понял? Они шугаются. Надо удочку кинуть, они клюют, кстати. Да? Да, они должны. Оп. It's out of gear too now, so just make sure you put it in gear when he hits it. When he hits it. You want to use these hooks? That's right. See all these snap holes? Huh? All that's a breaking point. Yeah? Yeah, I mean, that's just, I mean, that's a little stress. And all these little, all this jewelry is on them. Oh, I got bait fish. Your hook, though. Oh, yeah, put him in the bucket. Yeah. Pull that in. You get this right here. And you pin. Like that. And you squeeze that. And get the eye hook. Whoop. We didn't ever get him. You got a gas in the boat? Yeah, on the left side. Take it. Where'd that belt go? I don't know, you can... Wait. Yeah. Wow. Look at that, we got a beast.
Иди без огня. Рома, помоги его открутить. Открути, брат. Она открутит. Окей, get that run. It's right. Yeah, you got it? Yeah. And we can make it longer. Okay. Wow. Keep it there, baby. Yeah. Look at that. Это мы на... А без разницы, и на то, и на то. Это мы на рыбу дохлую поймали, то, что я поймал ее. Hit first. Yeah. Good job, man. Got that one. Yeah. Зарядили еще одну живую сейчас на амберджека. То есть натяжку ты должен как бы вот так дно чувствовать. Но сильно не опускай вниз. Сейчас мы свесим, у меня весы. А вилкут это надо. А ну у тебя фоткает сразу тут? Я не понимаю, видео снимается, а фотки. Не-не-не, ты видео прекрати. Отключить его? Да. В общем, у нас проблема. У нас льда недостаточно, он почти весь растаял из-за двух больших рыб. Они очень теплые были. По 25 паундов каждая, 50 паундов. То есть 25 килограмм, еще плюс мы поймали целое ведро всяких снайперов, там других видов, под полкило, килограмм под килограмм. И мы еще поймали две таких рыбы
большие, но чуть поменьше, и отпустили, потому что уже даже не было их положить. Не готовы были. Томми говорит, Томми is going to catch one more how many pounds? What's that? Every day? Every day. You wanna catch one more, right? Me? Yeah, or no? Oh yeah, we need to get one more. 50 pounds or more? We won't get a 50 around here. We might. We have to decide. We have to look for one. We can do it tonight. Время 4:20 утра, мы еще не спали. Рыбалка прямо классная такая, нормально идет. Короче, нет времени даже поспать. Все здесь в крови залито было. Было таки мокрое, все в крови. У Романа нормальный экспириенс проходит. Он вяжет удочки. Короче, у него столько срывов было, он просто в шоке, да? У него, кстати, первая рыба, амберджек, походу, у него клюнула, и сразу он его оборвало. Он такой, что это, тянул. Но это нормально, надо опыта набраться. Надо шнур нормальный. Так у тебя сколько паундов? Вроде 50. 50 нормально, он у тебя не рвется, где шнур. Ты... Может, плохо его привязал просто? Нет, у меня уже второй раз он не привязал. Именно на шнуру рвется? Да. Странно. Еще одна зацепилась на крючок. Так, сейчас Томми ее подцепит. Передаст на ногу. Так, я убираю удочку сразу. Там паундов на 50. Давай. Так, ты там это слева не сломай это. Катушки, Роман. Слева не наступай на катушку. Давай. Поднимай удочку выше. Вниз. Выше поднимай, выше. Вот так давай. Встань ровно, нормально. Вот это шо. Так давай, да. Держи ее двумя руками. Держи. Вот это хороший экземпляр. Давай, держи. Давай. Только крути, держи. Держи. Держи, не упусти ее только. Крути. Давай. Давай. Давай, вот так ногу поставил, можешь. Давай. Ты двумя руками поднимай удочку, а потом подкручивай. Вот так, и крути. И вниз удочку. И вниз. Отпускай, крути. Двумя руками перехватывай. Вот так давай. Во. Крути. Во. Наверх, крути. И удочку вниз. Наверх. Во. Стоп. Держи вот так. I'm filming. Давай. Походи. See how that circle hook gets right in the corner of the lip? That's why you can't set that up. Uh-huh. If not, you'll jerk it out. But if you don't set that, if you just reel it in like I did, that gets his ass every time. Good job. Oh. Ноги дрожат. Я не знаю, как без пояса бы ее вылавливать. Без пояса тут ты себе дырку сделаешь в животе просто. Ну, конечно. Without this, you will make a hole in your here. Your stomach. Stomach. And I want everybody to notice. See how that's flat right there? Uh-huh. Good job, bro.
Yeah, I make goofy cuts. I do it. It'll hold the middle and it bind it up. Whew. Good job. You did a good job on that. Whoa. Вот это пиздец. Так, ты что? А? Another fish. Yeah. Короче, Роман пошел в разгар, в кураж. Ну это, конечно, удочка такая, она. Ага. Смотри, ты подтягиваешь наверх удочку и потом вниз и крутишь. Не-не, наверх удочку, наверх, удочку наверх, не крути. И потом вниз и крути. Понимаешь смысл? Да. Вверх, вниз, круче. Ну вот так вот. Maybe smaller. Man, I gotta sit down. Ты не смотри, ты крути удочку вверх, не крути. Yeah. Потом отпускаешь вниз, крутишь, чтобы энергию не тратил. Наверх. Давай. Прокручивайся. Подтяни ее, стой. Yeah. Давай, что ж там? Может, она прокручивается? Нет. Он как бы большой, но его нужно отпускать. Килограмм на 5. Мы уже таких штук 5 пустили. Но конкретно вот эту Рома вытащит. Я надеюсь, он получил большое удовольствие. Он, кстати, снимает. Не то слово. Что скажешь? Я доволен, что наконец-то вытащил, а то все срывалось. Штук 5 сорвалось. Тори. А, ну, ну, almost тори, то они наем, кажется. Фу, все? Да. Отрежем хвост, потому что к нам в холодильник не залезет. Кстати, на нее хорошо клюют другие рыбы на такой хвост. Да. Я... Придется вот такой кусок мяса выкинуть. Да, на приманку. А, хотя да, на приманку. Ну, я скажу, я сейчас начал ставить это на приманку, хорошо клюет. Да? Да, вот это вот то, что я вытащил этого амберджека маленького, то он на это клюет. Амберджек на амберджек. На амберджек, да. Время 6 утра, мы еще не спали. Кстати, очень странно. Потому что прямо рыбный день такой, очень классно клюет. И мы сейчас троллим. На махе-махе там что попадется. Нам 3 мили идти на следующий спад, на следующее место. И решили попробовать. Может, что-то попадется. Две удочки закинули. Шикарный рассвет солнца. Сейчас будет выходить оттуда вот запад. Получается где-то на восток. Там берег, мы оттуда пришли. Томми is the best.
bring us, bring us where is fishing. I try. I ain't the best though. Huh? I know the best though. Yeah, you're trying to do the best, yeah? I'm trying. I'll stay trying. Корабли на приколе. Мы так, мы уже, сейчас скажу, сколько прошли. 43 мили мы от берега, 43 мили. 43 мили. Сейчас идем на другой локейшн. И может быть еще там 2 часа и будем возвращаться. Вся лодка засрана кровью, всякие фигни, короче. У нас льда не хватает, все в крови. Рыбу некуда уже ложить. Все полное, там есть у нас огромный бакс, куда рыбу ложить, но у нас льда нету, все равно смысла его нет открывать, то есть он прям большой, вот это все вот можно вот там рыбу ложить, открывать там много места, но у нас льда нет, как бы что-то не особо, потому что постоянно выезжаешь, когда не так ловится, и в этот раз не подготовились. Томик клюнуло, я говорю, чем больше экспириенса, того больше клюет. Я говорю, чем больше экспириенса у человека, на ту удочку больше клюет. Да, да. Дай, держи, снимай. Все, молодцы. Я вот здесь спасаю. Вот здесь снимаю. One second. Where is it? А? Nice.
Это то, что ты словил? Угу. Ой, зубы как у человека. Угу. Че, она укусить может, да? Начались волны конкретные, ветер поднялся, и мы свернули все и возвращаемся. Прямо по видео не видно, что волны сильные, но реально конкретно. Сейчас прямо до борта почти доходит. Вот это все белое, это черви в хвосте. Их очень много, их вытаскивают и потом жарят рыбу. Кто-то жарит сразу с червями. Нормальные черви, они вреда человеку не наносят. Такая рыба, она вся с червями. Именно вот эта вот вся. Это нормально. Можете загуглить, посмотреть видео на ютубе. Именно в хвосте много червей. Но я это выкину, я не буду готовить. Ты принесешь тарелку? А? Тарелку для рыбы. Тарелку? Хорошо застрял там.
пожарили только что супер свежую рыбу. Это конкретно снеппер, то есть красная эта рыба, ну, можно сказать, морской окунь. По-английски называется снеппер. Я не знаю, как по-русски называется, но давайте скажем это морской окунь, так как он более, наверное, приближен по цвету. Это очень вкусная рыба, шикарная. Пожарили, пока она свежая. Ты все пожарила? Да? Две осталось. Короче... Я, короче, вот нарезаю и филе, и вот эти вот ребрышки жарю отдельно вот так, потому что это я все кушаю, я не выкидываю, это очень все вкусно, стараюсь максимально съедать все, что можно, а можно есть все, что можно, даже головы, ухи, короче, у нас будем уху варить, и уху, сейчас салатиком краста. Washing may clean the boat. To make it ready for next trip. Давай, капитан, вперед! Погнали! Нашу лодку мыть и дальше пошел. В принципе, это не беда. Пусть идет. Здесь все в крови. Надо было вовремя. Вовремя надо было ее отмывать, пока кровь не засохла, но как-то не до этого было. Немного, конечно, отмыли, но все равно не то. Ну ладно, я сейчас все отмою. Удочки помоются, это тоже очень хорошо. От соленой воды. Шторм? Нет, не будет. Посёлка по истине. Ты ждёшь шторм? Нет, посёлка по истине, не во истине.